В отношении мэра Норильска возбудили уголовное дело. Его обвиняют в халатности. В Главном следственном управлении России считают, что он не выполнил свои должностные обязанности после ЧП в Норильске во время разлива нефтепродуктов. Расследование показало, что Ринат Ахметшин знал о масштабах бедствия, но ничего не предпринял. Он не организовал координацию деятельности Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска, не обеспечил функционирование и взаимодействие органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды, не спрогнозировал развитие и последствия чрезвычайной ситуации на территории возглавляемого им муниципального образования. Напомню, это уже пятый фигурант в деле о разливе нефтепродуктов на севере края. До этого задержали начальника котлотурбинного цеха, директора ТЭЦ, главного инженера и его заместителя. На месте порыва работы по ликвидации ведутся круглосуточно в несколько смен. 700 человек – это сотрудники Норникеля, спасатели МЧС и специалисты нефтяных компаний очищают от топлива грунт и акваторию реки.